Загрузимся сначала, только дверь дома не открывайте, чтобы призрак не выебывался. Сейчас вспомнить надо, как это все делается. По-моему, мы брали... Мы рандомно ставили, да, типа комнаты? Да, мы генератором, типа, выбирали комнату, И вот за эти карту вот... по цифрами найти. В Fallen Hobbit делал, да? Да. Ну-ка. Рулевой хоббит. Так, Близдейл. Ой, бля. Бля, вообще красавчик, нахуй. На все карты, сука, сделал. Пиздец, я думал, сейчас Близдейл, может, нету. Даже на Близдейл есть, охуеть можно. Так, ой, блин, опа, там уже столько комнат. Так, и рандомом, да? Random.irk. Угу. Так, опа, рандом. Так, здесь комнат, значится, 14. На Близдейл... Нет, 15... 16. Да, 16. Так, 16. Так, первому давайте... Алифер, прочитай, я не хочу просто Дискорд сейчас открывать, чтобы на стриме не палить там ничего. Прочитай это. В каком мы порядке в Дискорде? А, ты, потом Манка, потом Китумс, потом я. Хорошо, значит, мне первому выпадает комната. Ну-ка, мне выпадает 14-я. Блядь. А можешь, скоро, пожалуйста, чердак. А, нет, только это имба. Можешь, пожалуйста, скинуть? Чердак? На чердаке очень много мест спрятаться. Сейчас, да, сейчас скину. Бля. Не, реально, я чердак, это имба, мне кажется. Точно, точно, точно. Сейчас скину. Блин, ну я, сука, дальше от всех буду. И да, лестницы не считаются. То есть, ну, за комнату лестницы можно по ним ходить. Ну, если она прилагается к комнате. Значит, дальше. Получается, Манка, да? Да. Итак, 13-е. Это... Чего? Туалет. Да, туалет на втором этаже. Хорошо. Китумс. Я надеюсь, что мне повезет. Китумс выпадает 11-е. Да, блин. Бедрум, girls bedroom, понятно, тоже. Но зато хотя бы тоже второй этаж. Окей, и мы, получается, если Лиферу сейчас не выпадет с первого этажа, либо он один будет на первом этаже, либо да. Мы первый этаж вообще не покроем. О, кстати, зато, ладно, Лиферу 5-е, бля. Ага, так, о, ну слушай, а это dining room. Там столик есть, там можно мансить. Да, там столик есть. И, кстати, хорошо, мне чердак выпал, я там могу мансить. Но, правда, я плохо умею там мансить, но научусь. Самое время. Короче, а теперь, значит, смотрите, все запомните свои комнаты, окей? Угу. Вот. Так, значит, только подожди, не открывай дверь дома пока что. Мы берем безграничное количество предметов, да? Да-да, ну есть те, которые у всех обязательные. Это камера, фонарик и таблетка. Угу. Потому что, ну, их просто больше всего, и каждому достанется. Да. Видеокамера, фонарик и таблетка. Берем. У нас без ограничений, да? Короче, смотрите. Создавайте где-нибудь около... На пороге у дома где-нибудь кучку свою. Там тут не открывайте. Ну или не на пороге, да, только дверь не открывайте. Так, я вот создаю вот тут вот под этой колонной. Можно я возьму ультрафиолетовый фонарик и этот говорилку? Андрей Пип, спасибо за 150 рублей и покрытие комиссии. Если мне тоже лучше взять именно фонарик, потому что я же, типа, наверное, не смогу до дверей дойти. Отследить его по камере. Таня, у тебя дверей нет. Нет, Андрей не может. Что, у меня дверей нет? Значит, я ультрафиолет не беру, хорошо. Но коробка, типа, встречает там. А, да-да-да. Но мне нужен фонарик. Я еще смогу с лестницы чекнуть двери некоторые, допустим. Твою там, чьи-то, может быть, еще до каких-то... А, детей. Даня, а ты с лестницы не сможешь передать Китумс вещи? Могу. Китумс, да. Ну, ты, по идее, сможешь докинуть, да. Там надеюсь, место. Да, Китумс смогу, поэтому... Давай тогда возьму термометр, если он тебе понадобится. Давайте я лазерку, блокнот. Мне у меня идея появилась. Блокнот, блядь. Какая? Короче... Мы просто очень долго вот постоянно в этой рубрике вещи выбираем. Что если просто ограничить и сделать, смотрите, типа тоже в порядке, что там, допустим, сначала один игрок выбирает вещи, при этом он сам должен решить, какие он вещи берет, и он не имеет права там спросить, ну что, можно, нельзя, чтобы просто быстрее, и так по кругу выбираем. Типа, я уже вот. Сделала это. Ну, типа, чтобы, потому что мы очень долго реально рожаем, какие там вещи кому давать. Давайте я еще радиоприемник возьму. Ну, сейчас, ладно, я сейчас похуй уже. Сейчас нормально, обычно просто выбираем. Это потом. Я за радиоприемник и опечатки. Ну, я, получается, беру фонарик, ультрафиолетовый, лазерку и блокнот. Я взяла зажигалку, свечку. Свечку, термометр. У Китумса есть лапка. А! Термометр не бери, если надо, я тебе его скину. Я возьму одно благовоние. Или два можно. Одно. У нас ограниченные предметы или нет сейчас? Ну, да, четыре благовония фургон. Всего. У нас, да, фургон. Я про то, что с собой мы взять можем ограниченные. Нет. Я не про три слова говорю. Ладно, я возьму Не-не-не, мы не ограниченные можем взять. Мы можем сколько угодно взять. Я возьму камеру обычную. Возьму еще камеру на штативе.
Я тоже возьму обычную камеру. Но... И раз никому не надо, возьму одно благовоние себе. Я соль, наверное. Мне тоже на благовоние взять я зажигалку, потому что я там мансить буду. Я возьму свечку еще. Две. И направленный микрофон возьму. Че, вот мой козырный лут. Ну все получается, да? А ультрафиолетовый фонарик, ладно, пофиг. Так ощущение, будто бы насобирала себе больше, чем остальные. Кто, я? Нет, я, посмотри. А у нас еще есть одно буквы. Это все равно. Типа. Я взяла. Так, блин. Блин, направленный для распятия, направленный для распятия. Давай я возьму распятие. Давай я Ладно. У меня есть все, все, кроме того, что дают улики. Ну, нормально, типа. У меня ни блокнота, ни МП, ни радиоприемник. Да, они с тобой можно предметами обмениваться. Да. Да. Так что все нормально. У меня датчик зато из движения. Давайте сейчас я принесу распятие, потому что его никто не дал. Я принесла. Так, а второго, я там их два. А вдруг она пригодится на первом этаже, все-таки там один. Короче. Ну да. Сейчас, смотрите, все берут свои вещи и перетаскивают, короче, в свою комнату. А-а-а. Жрать. Ну вот. Ну, возьмите по три предмета, чтобы мы сразу забежали, там, чтобы мало времени тратили. Пошел процесс? Спидран? Да. .com? Опа, нахуй. Опа. Щиток не под лестницей. Бля, пиздец, нихуя мы все помчались. Очень надеюсь, что щиток будет на этом. На этом этаже я тоже нужно надеяться. Надеетесь на меня, да? Да, конечно. На кого еще? Зря надеялись, он не тут! Блядь! Он получается в этом, в гараже, да? В этом, в мастер-бэд, блядь, в этом, в мастер-ворк. Там, где почка стоит. Короче, пиздец. Там, где крафтят алмазные кирки. Класс. Где моя сосиска? Манго, будем соседями. Будем смотреть друг на друга здесь. Будем соседями. Надо мячик найти, чтобы кидать друг друга. Отличная идея. А у меня есть в комнате? Я не знаю, у меня есть подушка. И кружка. Вот вы здание можете кидаться. У вас проще. Мне будет тяжело докидывать до Дани что-либо. Но он может просто на лестницу спуститься и взять. Типа. Блин, как-то много предметов взяла на самом деле. Нормально. Так это предметы первой необходимости. То у меня все предметы, которые мне могут и не пригодиться даже. Предметы всех необходимостей. Самых неожиданных. Меня, кстати, на Близдере... Ой, мы который день задротились. Тебя звали к нам на сервер. У нас там прикольные... А меня не звали! Вы что? А ты в Майнкрафт играешь? Да. Зовем. Зовите. Зовите меня. Зовем. Позывали. Позывали? Позывали. 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 Призвание Херабрина. Я все забрала. Позывали. Призвать Херабрина, видеогайд. Вот ты будешь нашим Херабрином. Так, я имею право здесь все расставить, как мне удобно, правильно? Это все, это твоя комната, можешь не что угодно делать. Короче, да. Все, я все перенес. Я тоже. Я тоже. Ну, получается, теперь мы мутимся, да, и только через игру разговариваем? Ага. Ну, давайте. Ну, да. Ну, удачи получается. Ну, удачи получается. Алло, как слышно? Слышно, отлично. А когда призрак может начать охоту? Есть у нас безопасный период? Ну, он как раз вот-вот только должен был закончиться, но у нас же 100% рассудка, и у каждого таблетка выёбистая. Таблетки восстанавливают 50%. Можно использовать предметы? Да, конечно, уже можно, все. Спасибо, спасибо, спасибо. Да пожалуйста. Я Лазик увидел в моей комнате. Бля. Круто. Ну чё, посидим, попиздим? Доброе утро, я посидим, попиздим. Давай. Как дела? Отлично. Может, он просто валит от меня? Бля, так смешно выглядит. Слушайте, 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 мы можем взять пару улик, типа, но мы можем же убедиться в том, что это призрак, типа, тот, типа, минусовой, он же может сюда притащить.
Смотри, да, мы можем, типа, и убедиться, и плюс во время охоты. То есть смотри, на что была задумка изначально. Допустим, кому-то попадается комната, как вот у тебя, где ты не можешь мансить. Ты находишь улики, и, допустим, призрак, в твоей комнате, ты нашла там только, не знаю, две улики, а вот проверять остальное, там, скорость во время охоты, мансы, шмансы, это уже там другой игрок, которому выпала комната, как мне, например, с мансами. Поэтому, да. Плюс Лиферу сложно будет в той комнате сделать, допустим, тест на Джина или на Мюллинга. Ну, хотя на Мюллинга, ладно, легко. Но вот на Джина, например, да, опасно будет. А вот я смогу. Хотя, блядь, смотри, да, смогу. Смотри, я рассыпала соль. Если так. Он к тебе припрет, наступит, как бы уже плюс, ага. Улика. Уже плюс улика. Я тоже соль рассыпаю. Лифер, что он делает, призрак? Он типа до этого активно по озерке бежал, а сейчас перестал. Он походу свалил от меня. Он дверь потрогал, но отпечатков я не вижу. Ага. Понятно. Я попробую в направленную послушать его. Кити, как дела? Смотри имбулечку, смотри имбулечку. Смотрю. Тебя снимает камера. Чё? Улыбнись. А где? Я не вижу. Вон, на столе, слева засидеть. Сука, как же хочется кушать. Доброе утро. Ща. Жрать. У меня же круг призыва. О, нет. Может, не надо? Я, по сути, могу уже это сделать. Фотографию, у меня фотик есть. Ну, как бы да. Он мне прошептал в направленный по-обычному. Главное не сдохнуть, пожелайте мне удачи. Мне тебя солевая камера. Не надо сейчас или надо? Давайте. Подожди, лазерка была, да, значит? Лазерка в реальной жизни, да? То есть не горю. Да. А что ты еще проверял? Ну, я пока поставил блокнот, он пока не написал. И лазерки уже нет в моей комнате, он свалил, походу. Но это может быть фантом. Он еще дверь открыл возле меня, и сейчас он вообще больше ничего не делает. Это может быть фантом, мираж, банши, бля. Ну, кстати, да, потому что сейчас что-то он вообще не активничает возле меня. Бля, имбова будет, знаете, если это банши. Или вообще, если это кто-либо из них, он же, по сути, любой из этих трех призраков может тпшнуться к другому игроку и поменять свою комнату, или взаимодействие там сделать. Имба. Бля, имба будет, если это Диоген будет. Проверьте свои комнаты на момент призрачного или чего-либо. Проверьте комнаты на момент призрачного. Вдруг он к вам переместился. Ну вот у меня ничего нету. Тоже. Даня, у тебя благовошка есть? На всякий случай. Да. Все, просто надо будет потом ребята, кто будет ездить в благовоние, если кого-то спасать надо будет, чтобы мы не сожгли случайно. Лисер сдох! Это Диоген, походу. Это Тае, а не Диоген. Он пиздец какой быстрый. Да, я слышу. Он только что ушел из своей комнаты. Мы можем только еще задание типа выполнить. Можно такое тоже условие добавить, чтобы не так жизнь медом не казалась. А мы не... МВ, может, мы засечем, но не свечку. Ну, во время охоты я могу свечку попытаться ему дать в руку. И попросить потушить по-братски, он, думаю, согласится. Хорошо. А МП во время охоты считается? Нет. Спасибо. А как тогда МП засечем? Пожалуйста, я не знаю. Были какие-то еще там штуки в дуке, помню. Вроде были какие-то условия, что типа, если переживем охоту, то можно... Типа, что-то сделать. Блять.
Но можно ходить после первой охоты. До нее нельзя ходить. Типа... В смысле ходить? Я пошутила, все. Ну, типа, поменять комнату одному игроку вроде можно. Я не помню, что-то такое мы придумали там. Почему... Что творятся? Что творится? Почему всех банят? И ты предлагаешь сейчас сменить комнату на кому-то на первый этаж? А мы можем только на ближайшую комнату сменить. Млека, спасибо за 50 Бан рублей. Михаилу за взорванные дома конечно. Моих девочек в майне. Сюда. Охота, если что. 98-й стрим, нихуя себе. Уже все. Все. Получается, дважды можем теперь комнату сменить, да? Ну, один игрок только. Ну, или два игрока по один раз на комнату. Блядь. Ну, смотри, объективно коридор считается же комнатой, вот этот коридор. Ну, да. Но он хуёвый, если честно, очень. Я могу в таком случае сменить комнату за два шага на первый этаж. Либо кто-то из вас точно так же. Но это дальше мы не пойдем никуда. Нужно еще одну пережить, чтобы хотя бы в какую-то комнату. Фото. Он дверь открыл. Он мой дверь открыл. А у МП есть? МП. Он затушил свечку. А где МП? Давай, давай. У меня есть. А у тебя китомс нету? Нету. Бля. Меня комнат на коридор и засеки с помощью МП. Бля, уже, наверное, я поздно. Давайте я лучше поменяю на два шага на прачку. Так, у нас там все прятаться. В зале, у нас... Так, у нас подожди. Это МП. Подожди, так мы можем уже три раза комнату поменять, получается. Да. Давайте я три раза поменяю на хуй и сдохну. А зачем? У нас же задание ластовое и все. Ну да. Ну типа, что еще тогда делать? У нас сейчас МП пропало, по-моему, уже. Ну да. Ну уже давно оно пропало. Думали. Давайте я могу сменить на коридор, потому что у меня сейчас самая бесполезная комната. И давай. Если пройдет, я просто потом. Попробуй спрятаться вон за тем креслом. Да, я там хочу. Спойлер тут нельзя. Нельзя? Блять. Попробуй его сразу к себе за. Попробую, да. Охота? Короче, если я заору, вызовите благовоние. Китомс, давай ты будешь вызвать благовоние, если что. Да, у меня нету благовония. У меня одна. Давай, нам сейчас... Только спрячься. Охота. Иди далеко, отойди, да. Я нормально. Держала. Да в котельне заебись все равно. Ты еще три раза можешь сменить комнату. По сути, ты можешь взять АМП и прям попиздовать в комнату Лифера. Как раз он заблаговонялся. А дашь тогда благовоние? На, держи, мое забирай. Пошел, Манка. Манка затащила. Мы верим в тебя. Спасибо. Ебать. Лифер же был на кухне, да? Да. На в Dining Room, там, которая рядом с кухней. Дай нам знак. Вот у меня дверь закрыла щелчка. Юрий, ты ли это? А ты сняла МП? Нет. Он вдали от меня. Ну, не прям возле меня, но подальше. Да? Ебать. Сейчас будет прикольно, если, блядь, она это, если он это. Вы помните, где это? Thank you.
Не трогай мою дверь. Компромат. Да что? Что я сижу в своей комнате? Живая? О, выполнили! Все! Съебываем нахуй! Все, съебываемся! Пизда рулю! Пизда рулю! Пизда рулю! Пизда рулю! Пизда рулю! Пизда рулю! Затащили, затащили. Странно как-то было, он как-то пришел ко мне после разговора, он открыл мою комнату и ушел. Ну получается та Е, да? Е-та, да? Ну-ка, блядь. Да, Е-та. Уже загрузились? Яд. 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 16 минут. Пиздец. Ну прикольно, смехотворно. Он так послушно меня убил.